железные тапочки на деревянной подошве. Раньше в таких ходили. Вантус для чистки канализации. Железный, работает до сих пор. Такие статуэточки. Коллекция быстро изменяется, разбирается, но есть новое поступление. Даже земной шар. Деревянные тумбочки, шкафы плательные, столы дубовые, кресла кожаные, всевозможных изделий, часы с боем. Вот такие нимфы, чайнички, совы счастья, мудрости. Вот такие мудрецы, читающие книги, изучающие Библию, дающую мудрость. Маски всевозможные, боготворящие. Вот такие. Чисто нидерландский пейзаж. Лодочки под зонтиком с собачкой. Подсвечники. Королевская знать. Изящные фарфоровые чайные сервизы. Амфары. Много китайской продукции, много индонезийской. Индонезия – это была колония Нидерландов. Тут очень много этого утвари.